Пандемия показала, что цифровизация региона – это не будущее, а настоящее, говорят в Одесской облгосадминистрации. Чиновники создадут новый департамент цифровой трансформации. В связи с укрупнением районов области возникла необходимость быстро оцифровывать документы и базы данных. Потрібно розробити на базі обласної програми з цифрової трансформації, програми цифрової трансформації кожної територіальної громади. Саме тому я сподіваюся, що у найближчий час у нас вже буде створено департамент, який саме зможе допомагати у цьому процесі і територіальним громадам. Еще одна задача департамента – помогать территориальным громадам внедрять государственные электронные сервисы. Самым популярным мобильным приложением в таких вопросах является ДИА. Но не во всей области есть бесперебойный высокоскоростной интернет. Новый департамент должен решить эту проблему в течение 2 лет. Пріоритетом нашої держави в напрямку цифрової трансформації є прагнення зробити державу зручним сервісом. Зробити так, щоб не людина бігала по інстанціях, збираючи різні довідки, а держава оберталася навколо свого громадянина. Чиновники говорят, что главный приоритет работы нового подразделения – перевод всех государственных услуг в онлайн-формат и внедрение электронного документа оборота.